Самое главное – это любовь, счастье и рок-н-ролл, который вполне может обойтись без дракс. Я вам привез сегодня прекрасного парня, который является молодым поколением, новой генерации музыки в нашей стране. Зовут его Кирилл, фамилия его Охрименко. И под ваши аплодисменты хочу пригласить его на эту сцену. Спасибо, вот Сергей. Этот умудренный рокер, поживший, все испытавший. Если вдруг кому-то нужны будут советы по тому, как себя вести, когда мне будет 70, Кирилл с удовольствием на эти вопросы ответит. Ну, а пока он, наверное, что-то скажет и споет. А я еще вернусь. Кирилл Охрименко! Так уж вышло, что я самый молодой исполнитель, который поддерживает этот проект, но все-таки, несмотря на возраст, мы должны быть ответственными. И это главное. Компания существует с 2009 года, и с тех пор она помогла многим. И если каждый будет ответственен, то я думаю, что число тех, кто, к сожалению, умирает, будет намного меньше. Я хочу, как и 3 года назад, сказать вместе с вами: не дадим СПИДу шанс! И, конечно же, не забывать о прекрасных чувствах, которые сейчас у нас есть. Любовь, доброта, дружба – это то, что мы должны помнить. Кирилл Охрименко! Ladies and gentlemen, put your hands up in the air! C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if we don't let your love show for me? C'est la vie. Of desire for you remain like a sea, has a love to reap to show. Talk and storm before my love floats for you. C'est la я считаю, что каждый должен прожить себя правильно. Каждый должен помнить о прекрасных чувствах, которые должны наполнять вашу жизнь. Song.
груди. Дамы и господа, ваши аплодисменты! Кирилл Охрименко, Сэ-Ля-Ви. Парадоксы, правда? Песня 74-го, если не ошибаюсь, года Эмерсона Кент-Палмера, поет совсем молодой парень. Чего и вам желает. Я вам тоже желаю от всей души здоровья во всех смыслах этого слова. Не только физического, хотя это, конечно, сегодня в первую очередь, но и такого общего, социального, если хотите. Процветания, и уверен, что в ближайшее время мы увидим...